воскресенье синоптики обещают нам небольшое потепление. Успейте насладиться последними летними солнечными днями. 19 августа в Сарове ясно. Утром плюс 10, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью плюс 13. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде ясно. Утром плюс 11, днем столбики термометров поднимутся до плюс 23. Ночью плюс 12. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 11, днем до 21 градуса тепла. Ночью плюс 15. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.